Здравствуйте, дорогие друзья! 21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Родителями Богородицы были Иоаким и Анна. Дожили они до преклонных лет, но детей у них не было. Ну, по понятиям тех времен, это был большой порог. И даже в храме у них не брали жертвоприношения. А Иоаким тогда пошел в пустыне и много дней провел в молитвах и просьбой Бога дать ему потомство. Анна тоже долго молилась и просила Бога о детях. В один момент к Иоакиму явился ангел и сказал, чтобы они ждали потомства. Он вернулся к Анне, и через некоторое время она забеременела и родила дочь, которую назвали Мария. Родители решили, что она всю жизнь посвятит Богу. И когда ей совершил в определенном возрасте, отдали они ее в Иерусалимский храм на услужение, где она служила до совершеннолетия. Ну, кто такая Мария и чья она мать, всем известно. Такие дела, друзья. На медали мы видим сюжет рождения Богородицы. Ангел и родители. С обратной стороны мы видим православный крест в лучах солнца и лозунг: «Спаси, Господи, люди Твои и благослови достояние Твое». Достояние Твое. Медаль изготовлена из сплавов металла и покрыта золотом. Исполнение Proof Like. С праздником, православный! Всего вам доброго, удачи и хорошего праздничного настроения. Пока!